Что делаешь? Можно тебя отвлечь немножко? Моешь? Да, попчуляку. Нямушку готовишь. Так, София, интервью чем? Путакам не, да? Итак, друзья, эти вопросы Софья еще не знает. Будет впервые на них отвечать. Я сама не все их прочитала. И начну с тех вопросов, у которых больше всего лайков. И первый такой вопрос, аж 31 лайк под этим вопросом. Видимо, всем это интересно. Почему корейцы так слабы в географии? Их что, нет предмета география? Так, география, как же это будет? Чирихак? Супя, чирихак, ара? Так, следующий вопрос от Катерины Мэтт. Много ли у Софии друзей? Супер, чингу, мана, хакеса? Чоком. Есть какие-то вещи, уроки, которыми София недовольна? Суак. Суак широ? Эдель та суак широ? 좋아하는 애들도 있고, 근데 좋아하는 애들은 그냥 수학을 좋아하는 거고 거의 다 싫어하지. 그래? 애들은, 근데 웃긴 게 수학 시간에 딱 보잖아? 그러면 딱 들여보면 애들이 다 이렇게 엎드려 있어, 자고 있어. 그래? так, что будет, если ребенок не придет в школу, допустим, в четверг, если проспал? 우리는 안 웃네. 선생님이 이유가 있으면은 안 웃네. 그래? 이유가 없으면은 혼내. 나... 그리고 만약에 이유가 없어, 그러면은 청소를 해야 돼. 아, 그래? 점수 같은 거 그런 건 없어? 점수는 중학교 2학년 때부터. 아. 난 1학년이니까. так. Есть ли такое понятие, как записка от мамы? Ну, это к той же теме, да? В ней объясняется причина того, почему ребенок не пришел в школу или не пришел на первый, второй урок. В школе я был, но в школе я Okay. 우리가 직접 말하는 게 좋지. 이래 따라 오락. сложно ли учиться? 공부하기 어려워? 어렵지. 안 어려운 공부는 없고 그냥 열심히 하면은 괜찮아지겠지 뭐. да. 아, какие любимые предметы? 체육. 체육. 끝? 체육 끝. 그래? 아하. ну спортсменка бывшая как никак. А есть ли популярные мальчики, как в дорамах? Если да, то какие они? Драма처럼은 아니지. 드라마처럼 잘생기지 않지만 그래도 우리 학년에 넣고 보기에 조금 있어? 네가 마음에 드는 거 없지? 없지. Если да, то какие они? 사람들은 거의 다 잘생겼어요 이렇게 말하지. 나는 근데 잘 모르겠어. 그게 잘생긴 거지. так, ладно. Популярные мальчики. Дорогое ли обучение? Обучение бесплатное в корейских школах, это я могу ответить. Надо платить за еду. Нет, в школьной столовой еда вся бесплатная. Как учителя относятся к детям? Есть ли любимчики? Ичи, как вам си? Я кабу ханан. Кри? Имак сонсэн, кабу ханан. Имак сонсэн имман? Аймян сонсэн имдр та? Имак сонсэн имман. Кри? Кирим Бенира. А нет? Так. Я слышала, что в корейских школах есть дети-изгои. Это правда? В классе Софии такое есть? Ванг. Тараги вот она. Я канкая. Тиеса чокумщик. Кранчонто идти. Омненакен опсо, сесан. Мак теринен го, крунги, мак. Напуги ханен го, опсо, я? Кран тиеса чок напун мал ханен го. Сонгёги. 들어 진짜? 나보다 더 들어. 그럴 수가 있냐? 그니까. 와. так, не издеваются ли в школе над Софией, если мама русская? 너 엄마 미국인이라서 뭐 괴롭힌 적 없어? 괴롭힌 거보단 조금 더 관심이 있지? 근데 요즘은 외국 엄마 아빠 둘 다 외국인이 아닌데 외국인처럼 생긴 애들한테 더 관심이 많아. 아 그래?
Так, так. Есть ли в школе иностранцы? Тарын Вигугин Исо? Опсо. Ну, это редкость, конечно, в Корее. Если бы в школе был свободный выбор уроков, то какие предметы София бы оставила, какие убрала из расписания? Я так подозреваю, что она все бы убрала из расписания. Чаюк? Чаюкман? Тамоджи топорю. Ну, как я и предполагала. Только физкультуру бы оставила. Ага. Сколько времени идут уроки? Соп, шиган, Саши Бобун. Сколько длятся перемены? Шинен шиганы? Шинен шиганы 10분. 그리고 긴 거, 그 점심시간은 50분 정도. 50분 정도? Uh-huh. Есть ли в классе заучка? 그런 애들은 보기가 어려워. 아, 막 친구도 없고 계속 공부만 아니야, 신경 쓰. 아니야, 그런 애들 절대 없어. 없어? 응. 딱. Нету заучек. Есть ли в классе мажоры? Если да, то они выпендриваются состоянием семьи? А я вообще. Да, 그냥 이렇게. 다 똑같아? 응. 부자도 없고, 고집 가난도 없고. 다 똑같다 보니까 뭐 그렇게 이런 건 안 해. 그런 건 없고. 응. Ну, как я и подозревала, в принципе, у них. В какой университет хочет поступить София? Кем хочет стать в будущем профессия? 난 약간 뭐 만들어내는 걸 되게 좋아해. 뭐를 새롭게 만들어내는 거. 나만의 그런 거를 만들어내는. 그러니까 춤도 내 것을 만드는 약간 이런 거 있잖아. 난 약간 그런 걸 되게 좋아해. 수페, 네가 스스로 뭐 만들면은 공부만이 해야 됩니다. 아니에요. 그 약간 브리더 같은 경우에도 그런 것도 막 붙이는 거야. 그냥 계속 막 붙여가지고 새로운 거 계속 그냥 이렇게 하는 거니까 자신의 아이디어. 가지만으로 해야 돼. 공부하고 절대로 연관이 없습니다. 책이나 아니면은 세상을 많이 봐야 돼. 밖에 세상을. 밖에 세상을 보면서 그 아이디어를 갖고 와가지고 그걸 여러 가지로 만드는 거지. 난 약간 그런 식을 되게 좋아해. 재밌잖아. 뭐 여러 가지 이렇게 붙여가지고 뭐 여러 가지 이 만약에 이 시계하고 만약에 이 시계고 아니면 뭐 이 알람을 붙여가지고 뭐 알람 시계 같은 거 있잖아. 그런 것도 사람들이 만든 것처럼 약간 그런 식으로 뭐 만들어 보고 싶어. 뭐 인형 아니 로봇 이렇게 딱 붙여가지고 이렇게. 알았어. Итак, друзья, это были первые самые популярные три, не три вопроса, вопросов было много, три кота, три хвоста, три человека, да, три моих подписчика. На чьи вопросы я ответила. Если вам понравился такой формат, да, ставьте пальцы вверх. И мы будем отвечать на следующие популярные вопросы. Все, скажи всем пока. Пока.